Куда это ты собрался, Нуру? А, я просто прогуляться. Совсем ненадолго. Нет, ты знаешь правила. Тебе нельзя отлучаться от меня больше, чем на несколько метров. И общаться с кем-либо, кроме меня, также запрещено. Но, хозяин, сегодня мой день рождения. Явно не усвоил правила, Нуру. Давай сделаем их еще более доступными. С этого момента ты не сможешь общаться никак. Но, хозяин! Я пошутил, Нуру. Я не настолько жесток.